Всем приветики. Чашки мой чистящим, да, мой чистящим. Мы пришли на квартиру, сегодня мама уже с папой приедут. Сейчас тут домою все. Ну, они вечером приедут. Зашли в магазин, там скупились. Ну, так, им на первое время, чтобы было что поесть первые дни, а потом мама уже, конечно, будет готова. Взяла им в Гале балованные пельмени, блинчики с мясом, со шпинатом. Папа любит варенички с творогом. И взяла на пробу им рыбные котлетки. Вот. Еще холодильник, девочки, не помыла, не протерла. Тушенку с дома привезла вчера Косте. Говорю, на одну баночку дала им. Яйца взяли маме, а масло, баграмоли, сметанка. Колбаску папа попросил, потом такую колечком колбаску взяла. Вот эти сырочки плавленные. Что тут? Кефир, молоко, сыр, кетчуп, майонез. Вот такой вот пока подкупили. Потом еще овощи надо будет взять. Потом подкупим. Сейчас я тут все. Эти ляпки за ляпки. Я достала эти мою чашки. Чашки были на этой полочке. Тут блюдечки повымывала и чашечки промываю чистящим. Ну, как раз им чаек пить, кофеек нормально будет. Вымыла стену, лучше стало, но вот это пятно не вымывается, что-то оно не поддается. Я думаю, может, оно еще мокроватое, какое-то оно непонятное, ребятки. Так вроде уже вот его что-то ничего не берет. Ну а так уже нету таких пятен. Отодвинула стол. Так живут квартиранты. Я не знаю, я этого не понимаю. Наверное, люди и дома так живут. Я считаю, ну так. Мне все равно, где я живу, я все равно буду, даже это не мой дом, не моя квартира, я все равно буду убирать, чтобы мне было комфортно и приятно. Вымою здесь холодильник, полы тут промою, все под столом промою. Так, водички купили очищенной. Так, мусор убирать. Это мама привезла сахар. Я с дому забирала вот это средство для кухонных поверхностей. Ну, в общем, сейчас буду им все мыть. Хорошо, что его забрала. Мне его еще тут так богатенько. Сейчас буду мыть. Девочки, вымыла чашки такой, знаете, вот налет, назлепше все было. Не могу я мыть в перчатках, ребята. Мне надо чувствовать, чтобы... Вот я не чувствую. Вымыла я, посуда скрипит, не скрипит, что-то цепляется. Ладно, это буду мыть в перчатках. Жалко ж портить ручки. Ну, как уже вырисовывается. Все там под низом промыло. Вот так поставили. Это наша микроволновочка, наш чайничек. Думаю, будет хорошо. Место покушать есть и с этой стороны. Потом Женя стульчики еще соберет. Я думаю, нормально, да? Хорошо будет. Поставила сюда микроволновку, девочки. Думаю, как же мне ее подключить? Розетка за холодильником, надо переноска. Думаю, ладно, буду отодвигать. Хорошо, что отодвинула. Сейчас будем тут вымывать и вытирать все. Сейчас я пылесосом соберу вот этот мусор. Так, кухонька готова. Вот так получилось. Я думаю, неплохо. Сколько могла, столько вымыла, ребятки. Все чистенько, хорошо. Еще сейчас, знаете, что Женя сделает? Холодильник, он открывается. Я хочу, чтобы он вот так открывался. Вот так открывать, это неудобно доставать. Лучше пусть на ту сторону открывается.
морозилка, и это пусть раз, и на эту сторону. Женя сейчас переделает. Сейчас скрутим стульчики, соберем сюда, поставим. Вот. А, все, Женя два стульчика уже собрал. Хорошо. Сейчас еще два соберет. Ну, мы их там где-то оставим. Тут есть такой вот в кухне табуреточка такая, может быть. Ну, бабушке с дедушкой, мне кажется, достаточно будет. Там или Софийка, может, придет, или Камилочка. Я тут везде полы уже два раза все помыла. Повымывала, все повымывала. Так. Еще раз попромывала. В залике все помыла. Чистенько. Чистенько и хорошо. Сейчас Женя тут докрутит. Тут дедушка будет спать в спальне, если что. Я сейчас вытру, Жень. Так, бабушка с дедушкой уже приехала. Давным-давно приехали. Мы пока тут все объяснили, рассказали, показали. Там кто где спит, где посуда. В общем, Софийка остается с ними. Ой, там все писали. На Аню всех покидали. Бедная Аня. Да что бедная Аня? Что там, там Аня? Ну, да, побыли, погостевали. Побыли. Когда бы вы еще побыли? С Камилуськой погуляли. Хорошо. Софийка остается. Переночует тут, да. Это Аня себе приготовила, заберет. Да. А, да, она говорила, я хочу. О, блюдо, да, какое? Ты съешь что-то. Да, Аня там себе уже давно. Да, его вымыть, ты что? Хорошо. Красиво. Там еще, тут в столе, ну, вот тут она открывала. Да, она забрала, ладно, пусть забирает. Нет, это там Лена. Еще большая есть. Ну, она еще там заберет. Есть. Ясно. Ну что, а ну расскажите, я к вам суши, роллы. Шо? Хорошо? Хорошо? Ну, что там хорошего? Ты скажи правду, роллы вчера ели, что мне хорошего? Ой, добрый. А что вам лучше, понравилось, кто? Суши или креветки? Креветки. А вы где-то креветки не ел? Не ел, да, креветки? Ему не почистил их. А что вы ему не почистили? Что ты, дедушке? Она себе чистила. Чистила дедушке? Как сидела малая мне. А, Камилка, да? Ага. Это не успевала, ей. Это чистит не, ну, его рот, и она как грачок. В сушах? Да. Не, роллы как были. Как шпаки. Ну, это ну, то же самое, да, да, София? То, что мы всегда заказывали. Наташа, вот я ничего не пойму, что это было такое. Суши, роллы? Ничего хорошего. Ничего. Ма, мы когда первый раз пробовали, нам тоже не нравилось. Вот тот соус, что там такого? Ну, макаешь так вкусненько. Макал, а вкусноты нема никакой. Где кетчуп там налил, там нормально. А вы пробовали васаби зелененький, имбирь. Не пробовали, не ели они, не? Это было. Ничего нет, ничего хорошего. Макаешь, рот раскрываешь, чтобы все влезло. Ротик маленький, не влазит. Ой, ладненько. Но зато попробовали, будете знать. Попробовали, да, но все, ну, не там. Хорошо. Все, мы побежали. Вам спокойной ночи, Софийка, все это бабушке расскажешь, покажешь. Мы идем все отдыхать. Да, все. Аня отдыхает, вы отдыхаете. Все отдыхаем, да. Мам, я тебе оставляю твои фирменные кроксы. Будешь в них, можешь в них на балкон выходить. Потому что на балконе я там и заметала. Надо возле балкона поставить. И дедушке. И плиточку там надо помыть. Я мыла ее, но оно там все равно. Залазь, залазь. Оп, ой. Микуська залезла на литке. Пришли домой, ребята. Время без 15:10 уже. Ой, ну я пока маме все рассказала, объяснила. Чтобы ей же было понятно, где какая там посуда, какая надо ей, какая не надо, там как тем пользоваться, как тем пользоваться. Софийку оставили, София говорит, я останусь у бабушки, вдруг что там ей подскажу, помогу. В общем, нормально. Вот. Мама говорит, все, отдыхайте. Отдыхайте, я еще... А, унитаз же сегодня девочки мыла. Купила лимонку. Еще купили Сантри гель. Думаю, ладно, залью Сантри. Оно постояло. Наверное, часа два или три. Я начала мыть.
прям в одном месте смылось хорошо. Я еще позаливала, оставила. Ну, маме я говорю, мам, там ёршик такой поганенький. Сейчас. Там Микуська хотела спрыгнуть, я ее сейчас, ну, чтобы не прыгала высоко, а то бы ее уронила. Я говорю, мам, вот этим ёршиком дотрем, все, дотрем. Я пойду тебе завтра куплю новенький ёршик, чтобы там повымывать все. Вот. И надо мне еще, Женя вчера ванну мыл, но я еще раз хочу кафель там пройти, промыть. Почему? Мама сказала, то ты дуже чисто вымываешь. Я говорю, ну, и даже то, что я вымыла, мне кажется, не так, как бы мне хотелось. Полы мыла. Не было у меня вот такой щетки. Мне хотелось линолеум, знаете, он как такой ребристенький чуть-чуть такой, структура такая у него. Мне кажется, вот этот газ... Оно вот эта липкость, но оно вроде, я ходила потом босиком, вроде не липло, но все равно мне его хотелось еще больше отмыть. Блин, рука болит, надо штатив брать. Ладно, я вас так поставлю, мне уже неохота ничего брать. Так что все помыли, практически помыли, еще чуть-чуть там помыть. Я говорю, мам, день-два, все, и мы на отлежке, потому что Женя уже себя плохо чувствует. Я говорю, он устал сильно, надо отдыхать. Кучу снова коробок поприносили. Я говорю, я буду дома теперь заниматься еще. Дома это поубирать, все надо по местам пораскладывать. Не знаю, может завтра в Аврору схожу. Моющее что-нибудь купить надо и для стирки. Моющее такое для посуды, все там есть. Для чистки есть. Вот. Такие дела, ребята. Я говорю, Женя, ты неделю лежи, отдыхай, все, ничего не делаем. Потому что ну, плоховато уже сегодня было. Мы на квартиру пришли, я в кухне занималась, он лежал. Я говорю, лежи, дремай, спи. Я буду тут мыть, а потом, говорю, он уже проснулся. А то стулья покрутил, двери не переставил. Мама говорит, ладно, потом. А то что Аня приехала, Камила, бабушка, дедушка, София, мы, вот такой, знаете, табор целый. Все гомонят, Камилка ко мне хочет, а я тут маме рассказываю, ой. Такое. Еще хотела вам ответить, девочки, на комментарии. Там много спрашивают. По поводу квартиры. Люди там ничего не поймут. Думаю, я уже вроде говорила. А может, я не говорила. Аня, мне кажется, говорила. За квартиру. Мы родителям квартиру не снимаем. Это Костина квартира. Потом был вопрос, почему... Значит, об этом уже рассказывали. Почему я не жила в этой квартире, почему я снимаю. Потому что в этой квартире жил квартирант. Сейчас, секунду. Так, вернулась я. И там жил квартирант. И он должен был в мае месяце съезжать. И он не съехал. Он еще там пожил. А потом уже, когда уже родители должны были переезжать, Костя говорит, ну все, мне уже надо квартира. Ну, он заранее ему уже говорил. Поэтому квартира была занята. Ну, ничего, мы будем снимать, а родители будут так жить. Потом переживают, как мы будем жить в однокомнатной квартире втроем. Прекрасно. Прекрасно мы будем жить. Мы жили раньше, когда мы поженились с Женей, у нас была маленькая Анечка родилась в квартире. Мы жили в однокомнатной квартире 14 лет. В той квартире родилась Софийка, а потом мы уже переехали в двухкомнатную. Так что у нас все прекрасно, мы будем жить. София будет к бабушке ходить, ночевать в гости. Ты хочешь полотенце повесить? Иди. Так что, ребята, нормально. У нас хорошие условия. Ну, ничего, что однокомнатное. Мы живем не в спортзале где-то отдельно от всех. Нормально. Это, знаете, это вообще мелочь. Что, надеюсь, я вам объяснила, чтобы было вам понятно и не задавали больше этих вопросов. Все, я с вами на сегодня тогда прощаюсь. Всем пока-пока, до завтра.
Завтра мне снова уборка. А может и не буду, пусть стоят те коробки. В общем, посмотрю. Буду смотреть по настроению. Все. До завтра. Пока-пока.